Здравствуйте, подписчики, гости канала. Сегодня в магазине «Светофор», который находится по адресу Верх Оружия, 25. Посмотрим, какие есть здесь новые товары. Возможно, что-то на скидочках. Из новинок. Салфетки термостойкие размером 98 на 58 сантиметров. Это производство Китай. Стоят они 2 рубля 16 копеек. Мне кажется, очень неплохая цена. Гамаки они сложены в такой мешочек. Стоят они 12 рублей 32 копейки. Это производство Китай. Размерчик вы видите на экране. И выдерживают они до 100 килограмм. Далее кепки, бейсболки. Показывал в предыдущем выпуске. Это Италия, 100% хлопок. 6 рублей 89 копеек. И есть в продаже брючки спортивные, мужские, женские. В основном они такой темно-серой расцветки. Цвет асфальт. 60% хлопок здесь. Это производство Китай. По качеству они, можно сказать, очень тонкие. Такой легкий летний вариант. И стоят они 14 рублей 97 копеек. Также есть и наборчики. Футболочка с бриджами. Такая фиолетовая расцветка. Это размер 46, конечно же, есть. И другие расцветочки. Желтые, синие, зеленые. И стоит этот комплект 20 рублей 13 копеек. Сейчас покажу поближе. Это производство Узбекистан. 95% хлопок, 5 эластан. Смотрите, какие классненькие подушки. Подушки спальные размером 70 на 70. Это производство Беларусь. Расцветки с цветами в основном. Стоят они 8 рублей 82 копейки. Есть и анатомические подушки за 43,27 размером 60 на 40. Еще пока в продаже есть и пледы флисовые. В основном двух расцветок. Темно-фиолетовая и бежевая расцветка. Это Россия, 44 рубля 41 копейка. Бытовой химии есть в продаже. Гель для стирки Мелта 6 литров. Беларусь 12 рублей 80 копеек. По красному ценнику. Стиральный порошок Тайд для чувствительной детской кожи. Здесь 6 килограмм этой упаковки. Хватит на 40 стирок. Вы видите, стоит по красному ценнику 29,98. В общем, 30 рублей. Это производство Россия. Еще что вам интересненького показать из бытовой химии. Это полироль. Пластиком. Здесь 500 миллилитров. Есть дозатор. Это Россия. 3 рубля 51 копейка. Из геля для мытья посуды есть мистер Дес. Здесь 1 литр в двух вариантах. 2 рубля 54 копейки стоит он. В многих магазинах Светофор уже раскупили крышки универсальные. На размером 24 на 26 и 28 сантиметров, но в этом магазине они еще остались. Они в отделе посуды стоят 14 рублей 50 копеек. Это производство Китай. И по ним очень неплохие отзывы. Можно прикупить и очень бюджетные кружки. Вместимостью 360 миллилитров. Это Китай, 2 рубля 18 копеек. В принципе, они неплохие, так и прокрашены достаточно хорошо. Блюдо стеклянное для рыбы. Здесь уже по желтому ценнику. Это Иран. Стоит 6 рублей 30 копеек. Вместимостью 37 на 22 сантиметра. Пластика есть. Такие вот контейнеры с защелками. В комплекте 3 контейнера.
Объемы вы видите на экране. Стоит 6 рублей 6 копеек. Это производство Россия. Есть и тазы круглые. Стоимостью 6 литров. Это Беларусь. Стоят они всего лишь 2 рубля 62 копейки. Легенькие и такие прочные. Есть пометка, что они подходят для пищевых продуктов. Кружка сита, это Китай, вместимостью 250 миллилитров, 4 рубля 79 копеек. Все по желтому ценнику я нашла емкость для блендера на 1,5 литра. Она из пластика, эта емкость. Крышка неплохо держится на ней. Стоит она 2,58. Делает 6-секционный. Таким образом он выглядит на рисунке. Есть в двух расцветках. Коричневой расцветки и белой расцветки. 61 рубль 99 копеек. Размерчик стеллажа. Я вам покажу поближе. Это производство Россия. Он металлический этот стеллаж. И есть в продаже полки двухъярусные для ванны, металлические, 8 рублей 2 копейки. Это производство России. Они есть двух вариантов. Овальная форма, а также угловые полочки. Ну, такие крепкие, мне кажется. Цена неплохая. 8 рублей 2 копейки. О, хорошей цене фольга. Размерчик 29 на 30 метров. Это Россия. 4 рубля 52 копейки стоит эта фольга. И переместимся дальше. Хотела вам показать, что есть в продаже такие вешалки полимерные. Здесь в комплекте 10 штучек. Это Беларусь. И стоят они 2 рубля 93 копейки. 3 рубля за 10 штук. Видела еще в продаже такое мыло земляничное. Здесь 200 грамм. Это Россия, рубль 20 стоит. Можно даже прикупить вату микроскопическую, хирургическую, хлоп. Стоит 2 рубля 95 копеек. Есть неплохая мицеллярная вода. Это Беларусь, 2 рубля 4 копейки. Сейчас покажу вам поближе баночку. Для лица и век, для чувствительной кожи. Начнется жара. Я хотела вам показать, какое есть мороженое по желтому ценнику. Тут очень, кстати, его много. 51 копейка. По срокам, в принципе, неплохо. Это производство Беларусь. 70 грамм. Но вот в таком стаканчике вафельном. Есть также со вкусом лайма и со вкусом малины и персика. Ножи стоит 58 копеек, также 70 грамм. И мороженое лакомка, здесь уже 90 грамм, рубль 30. И сыр мягкий, рикотта. Это производство Беларусь, 3,71. Такой продукт пищевой с сыром, 45%, 7 рублей 13 копеек за килограмм. Тут все взвешено. Такой большой кусочек. Здесь почти 2 килограмма. 13 рублей 79 копеек. Смотрите, какой я нашла. Сыр моцарелла. Пицца. 45% жирности. 2,6 килограмма. Стоит 15 рублей 79 копеек. Еще хочу вам показать такой сыр моцарелла Gold. Это производство Беларусь. В этой упаковке 400 грамм. Стоит он 7 рублей 14 копеек. Кто уже пробовал, ставьте обязательно отзыв под видео. Порошкам есть творог 5% Городень. Молочный мир. Рассыпчатый 4,98, 700 грамм. Обезжиренный. 400 грамм, 2 рубля 68 копеек. Такой вот продукт творожный снежок.
3 рубля 60 копеек, 400 грамм, 7% жирности. Колбаса бутербродная по желтому ценнику 6 рублей 51 копейка. Сок, в принципе, свеженькая. Смотрим, тут все взвешено. 438 грамм, 2 рубля, 85 копеек. Понимаю, в составе будет курица. Возможно, кто любит шпик домашний, это производство Беларусь. Также тут все взвешено. 7,21 за килограмм. И такая вот палочка 470 грамм стоит 3 рубля 42 копейки. Желтому ценнику цыпленок бройлера. Пол тушки здесь. Все взвешено. Кило 146, 9,66. Колбаса вареная, смачная. Мясо содержащее. Здесь 946 грамм, 3,13 стоит за килограмм, 3 рубля 31 копейка. Масло сливочное, 82,5% жирности, 4 рубля 26 копеек. Это производство Беларусь, высший сорт. Сметана 18%, это производство Беларусь. 2 рубля 18 копеек, 400 грамм. Есть сухие завтраки, колечки с ягодным вкусом, 500 грамм, 3 рубля 17 копеек, Россия. Сладкие бомбочки с маршмеллоу внутри, 5 рублей 30 копеек, Россия. Также пряники днепровские, это Беларусь, здесь полкилограмма, 1 рубль 82 копейки. Зефир жевательный, здесь 600 грамм, неплохой, кстати, такой маршмеллоу, 6 рублей 42 копейки, это Россия. Новый шоколадный завтрак, 5 рублей 90 копеек, Россия. И кукурузные, это производство Беларусь, они в сахарной пудре, упаковки 300 грамм, 1 рубль 69 копеек. Смотрим, что здесь есть из бакалея. Фунчоза, лапша крахмальная, 400 грамм, Россия, 3 рубля 65 копеек. Коронное изделие, рожки, рубль 26, это Беларусь, 900 грамм. И есть также спиральки. Высший сорт, Россия, 400 грамм в упаковке, 99 копеек. По бакалея крупа перловая фасована, 1 килограмм, рубль 12. Пшено первого сорта, Россия, рубль 15. Здесь 750 грамм. Мука пшеничная, Беларусь, первый сорт, 2 килограмма. 1 рубль 84 копейки. Мука пшеничная высшего сорта, столичная мельница, 2 килограмма, 2 рубля 29 копеек. Крупа гречневая, 800 грамм, купеческая Беларусь, рубль 61. Приправа, смесь перца, здесь 100 грамм, на без соли, Беларусь, 1 рубль 53 копейки. Бульон куриный, маги, 200 грамм здесь, 1 рубль 86 копеек, это производство Россия. Есть также продажа и паприка красная копченая, рубль 40, 100 грамм, производство Беларусь. Ванильный сахар, это производство Россия, здесь 40 грамм, рубль 45. Еще в отделе приправ я нашла вот такую вот кокосовую стружку в составе натуральный кокосовый орех. И, в принципе, больше нет никаких добавок. Свеженький, изготовлен 4.03.24, 300 грамм, упакован в Республике Беларусь. Единственное, что вот рядышком, как вы видите, ценника нигде нет. Возможно, кто был в другом магазине, Светофор, расскажет, сколько примерно стоит эта пачка кокосовой стружки. Концентрат квасного сусла.
Его можно развести на 25 литров кваса. Стоит 1 рубль 93 копейки. Это производство Россия. Есть и овощи с фасолью. 2 рубля 64 копейки. Это производство Беларусь. Огурчики 1,5 литра. Россия 6 рублей 68 копеек. Стоит. Есть, значит, и кукуруза. 2 рубля 21 копейка. 340 грамм здесь. Кукуруза Вернет. И горошек за 1,50 рубля. Смотрим, что еще есть. Икра кабачковая. Беларусь, 1,97 рубля. Уже как-то показывал пол-литровой банки. И горошек также Вернет, 400 грамм, 2 рубля 19 копеек, Россия. Есть шпроты крупные в масле. Они 3 рубля 81 копейка. А же рядышком стандартные продают за 3 рубля 71 копейку. Еще хочу вам показать из продажи. Икра из баклажана. Здесь 450 миллилитров. 2 рубля 20 копеек. Это производство Беларусь. Соевый соус. Здесь 1 литр в этой баночке. Это производство Россия. 2 рубля 75 копеек. Есть и в продаже грибы шампиньоны. 4 рубля 16 копеек, 470 грамм. Это производство Беларусь. Чай черный с шиповником. 25 пакетиков. 2 рубля 60 копеек. Есть гита. 2,98. Кофе натуральный. Фэмили 23,15. 1 килограмм. Чай черный крупнолистовой 3 рубля 39 копеек. Здесь 200 грамм. Также есть зеленый высшего сорта 4 рубля 31 копейка. Это производство Россия. И в подарочных упаковках есть риса 100 грамм 8 рублей 9 копеек. Это Россия. Изюма ЛР 500 грамм здесь. Индия. 3 рубля 60 копеек в составе виноград коричневый сушеный без косточек, консервант Е220. Попкорн сладкий 500 грамм здесь 3 рубля 68 копеек Россия. Семечки очищенные тыквенные 5 рублей 92 копейки Китай, 300 грамм в этой упаковке. Эти неплохие, мне кажется, семечки. Арахис хрустящие корочки 7,53, 800 грамм Россия. И семечки подсолнечника очищенные 500 грамм, 2 рубля 12 копеек. Папайя кубиками здесь 500 грамм, 7 рублей 85 копеек. Производство Китай. По хорошему ценнику мяч футбольный. Китай 8 рублей 84 копейки. Это размер 5. Из разных расцветочков. В принципе, неплохая цена. И вот мелки здесь в этой коробочке 20 штучек. Это производство Беларусь. Покажу вам поближе. Удобно хранить. 3 рубля 60 копеек. Мыльные пузыри здесь 0,5 литра. 2 рубля 93 копейки. Это Россия. И есть также скейтборд 16,66 такой расцветки. С огнем. И вот еще с кроссовками также. Держивает 50 килограмм. Это Китай. Заканчиваю обзор товаров детских. Набор. Для творчества рисуем пальчиками по акции по желтому ценнику. Сейчас 5 рублей 44 копейки. Беларусь. Так, тут есть только нектары. Здесь 200 миллилитров Беларусь. 51 копейка. И питание фиксики Беларусь. 1,49 рубль. В этой баночке 210 грамм. Ковер на текстильной основе. 1 метр на
1529 серой расцветки. Представлен это производство Беларусь. Эти маленькие коврики размером 50 на 80 сантиметров в разных тут расцветочках. Серые, синие, фиолетовые, такие бежевые. Стоят 7 рублей 92 копейки. Это производство Турции. Кассе еще продают такие плиты газированные, портативные. Раскладные 13 рублей 99 копеек по желтому ценнику производства. Китай. Что тут еще интересного есть? Колготки женские. Если 3 рубля 26 копеек. Это производство Беларусь. И в бежевом цвете они. Ну и вот еще хотела вам показать такие вот аскорбинки. Детские здесь 50 грамм. Это производство Беларусь. 1 рубль 82 копейки. В общем, на этом, ребята, все. Не забываем подписываться на канале в YouTube, чтобы не пропустить выпуски в магазине Светофор, Фикс Прайс, а также в магазине Три цены и других магазинов города Минска. Всем пока-пока, до новых встреч!